Получить статус государства, свободного от ящера. Такая задача стоит перед Министерством сельского хозяйства. На сегодняшний день Казахстан уже получил сертификат, позволяющий 9 областям беспрепятственно экспортировать мясо и сельхозпродукцию. Документ выдает Международное эпизоотическое бюро, в которое входит 180 стран. Когда у остальных 5 областей Казахстана появится возможность вывозить отечественный продукт, станет известно в следующем году. 100% освобождение от инфекционного заболевания особенно важно сейчас, после вступления Казахстана в ВТО. Оценить сегодняшнее состояние ветеринарии в Казахстане прибыл гендиректор эпизоотического бюро Бернард Валла. По его словам, у нашей страны есть шансы полностью избавиться от ящера. Помочь в этом отечественным ученым намерены сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии. Он открыт 2 года назад в Астане и занимается диагностикой болезней животных. Региональный офис Международного эпизоотического бюро в Астане поможет другим странам получить статус государств, свободных от ящера. Думаю, Казахстан окажет поддержку своим соседям в этом вопросе, так как у вас уже есть в этом опыт. Как уже было подчеркнуто Бернардом Валла, мы стали моделью, образцом. Это большое признание. Россия, вы знаете, что подавала заявку вместе с нами, но до сих пор еще заявка рассматривается, и они в этом году продолжают работу. Белоруссия только-только подала заявку на то, чтобы провести ПВС-анализ, это то есть оценку деятельности их ветеринарной службы. Киргизия подала заявку, в следующем году они будут рассматриваться.